Лодзь? Что это? А где это? Именно так очень многие реагируют, когда я называю название своего города. Несмотря на то, что этот город и не такой популярный, особенно среди туристов, зато у него очень богатая история, и он очень интересный и душевный. Именно в этом видео я постараюсь вас в этом убедить и показать, что Лодзь стоит того. Всем привет, с вами снова Дима, и в этом видео я расскажу вам про Лодзь. Лодзь с польского языка переводится как лодка. Почему именно так называется этот город? Когда-то давно здесь были сплошные леса и ничего не было. Но сюда приплыл Януш, у которого лодка села на мель, так как тут все речки очень мелкие и узкие. Он решил здесь остаться и основал город Лодзь. Это очень краткая история города, на самом деле она намного больше. Если хотите узнать ее, вы можете прочитать в интернете «История появления города Лодзи» или «История названия города Лодзи», и сами все узнаете. Почему я нахожусь именно здесь и почему я начал снимать видео про Лодзь именно в этом месте? Сзади меня находится белая фабрика. Когда-то давно, в 19 веке, Лодзь славилась своей промышленностью. Именно сюда за лучшей жизнью приезжали тысячи и тысячи людей. Буквально за 100 лет этот город с маленького села вырос в город с населением в 300 тысяч человек. На сегодняшний день в Лодзи живет 700 тысяч человек, и он считается третьим по величине городом в Польше. До 2000 года он был вторым по величине, пока его не обогнал Краков. Этот город очень интересен, кроме того, что здесь много фабрик. Как я уже и говорил, кстати, эти фабрики очень классно эксплуатируют. В них создают разные арт-центры, музеи, например, как этот, библиотеки, торговые центры. Вы еще увидите неоднократно фабрики в этом видео. Здесь также много других достопримечательностей, которые я вам обязательно покажу. Так что поехали! Seven days and seven nights, I have been seeing you for a while. You got me thinking, you got me lost in translation of feeling. Квартиры, то есть это обычный жилой дом. Выглядит очень круто. Если бы у нас в странах таким образом эксплуатировали бы фабрики, было бы замечательно. Мы сейчас находимся на Ксёндзем Муине. Это переводится как мельница Ксёндза, священника. Это место является очень популярной достопримечательностью Лодзи. Когда-то давно в этих домах жили работники фабрики, которая находилась совсем рядом. Вы только что ее видели. Но сейчас здесь живут обычные люди. Как вы видите, эти дома все отреставрированы, их не стали сносить. Все хорошо отремонтировано, вставили деревянные окна, что очень круто. Все они одинакового цвета. Также здесь находятся многочисленные фабрики и кафешки, куда вы можете прийти, посидеть, выпить кофе, отдохнуть. Каждую субботу здесь проводятся арт-вечера,
приезжают местная молодежь и проводят время. Это все связано с тем, что совсем рядом находится высшая школа Фильмова, то есть университет кинематографии, который является самым лучшим не только в Польше, но и во всей Восточной Европе. О университетах я вам расскажу в следующем видео про Лодзь, а пока перейдем к достопримечательностям. Еще в 90-х годах тут было все уничтожено, а как вы видите сейчас, то тут все очень хорошо сделано, отреставрировано. Вот такие вот каморки имеют каждый из жителей этих домов. Все двери зеленые, все выдержано в одном и том же стиле. Каменные стены, красивые светильники. Сейчас мы находимся в самом центре Лодзи, на пересечении улиц Адама Мицкевича и Петраковской. Да, именно это место является сердцем города. Сзади меня находится самая большая, самая красивая и самая знаменитая остановка в Лодзи. Она называется «Стайня единорожцев», или, если это переводить на русский, то «Конюшня для единорогов». Ну и вот недавно поставленный буквально в этом году памятник единорогу, который символизирует именно эту остановку. В этом месте также находится большое количество офисных зданий, отелей. Вот это здание было построено тоже вот в этом году, в 2020-м. Оно еще не закончило свое строительство, но выглядит именно так. Также с другой стороны вы сможете увидеть другие офисные здания разных компаний и фирм, здания управления города, ну и сзади меня уже начинается центральная пешеходная улица Петраковская, про которую я расскажу чуть-чуть позже. А сейчас пару слов о общественном транспорте в Лодзи. Как вы видите, все трамваи в Лодзи низкопольные, и общественный транспорт развит довольно хорошо. Вы можете наблюдать то, что везде есть расписание, трамваи ходят поминутно, очень редко опаздывают, как я говорил в одном из предыдущих своих видео. С этой остановки, с центральной, вы можете уехать практически в любой уголок нашего города, и это довольно хорошо. Также, как вы видите, есть кнопки для инвалидов, то есть инвалиды тоже спокойно могут пользоваться трамваями. Каждая остановка, не только центральная, приподнята, чтобы удобно было заходить людям с колясками. Также Лодзь очень славится своими муралами, то есть рисунками на стенах. Их здесь очень много. Даже существует туристический маршрут по лодзинских муралах. Как вы видите, на этом рисунке изображена история города Лодзи и его главные достопримечательности. Также каждый год проводится конкурс рисунков на здании. И каждый год появляется новый мурал. Так что приезжайте в Лодзь, может, найдете для себя что-то интересное, особенно если вы любите искусство. А сейчас мы находимся на центральной улице, на Петраковской. Это пешеходная улица, которая очень хорошо спроектирована. Как вы видите, она одноуровневая, то есть тротуары и дорога находятся на одном уровне. Это позволяет людям, так сказать, с утруднениями, то есть людям на колясках, легко передвигаться по ней. Также эта улица славится тем, что вдоль нее именно строилась Лодзь. Это была первая улица, которая здесь появилась. Она соединяет два района. Потом она соединяла, когда-то она соединяла два села. И все главные виллы именно строились вдоль нее. Поэтому здесь такие красивые здания. На Петраковской огромное количество ресторанчиков, кафешек, разные ночные клубы. Это центр ночной жизни Лодзи, это центр культурной жизни. На Петраковской находятся все ужонды, то есть администрации. На Петраковской находится много разных интересных других заведений.
В общем, многие даже говорят, что лось это только Петьковская и мануфактура. Практически каждые 20 метров вы увидите такие велосипедные стоянки и мусорки, как в Нью-Йорке, с логотипом нашего города. Сейчас мы находимся на Петьковская ОФ. Это очень популярное место, особенно среди молодежи. Очередная фабрика, на месте которой построили огромное количество ресторанов, клубов. Кстати, здесь гей-клуб за углом тоже есть, но не в этом суть. Эта фабрика действительно является примером того, как можно сохранить общественное пространство, как можно из какашки сделать конфетку. Вот мы и приехали на так званый Плац Вольнощи, то есть Площадь Свободу. Когда-то давно это была центральная площадь, и именно отсюда начинался центр города. Сзади меня вы видите начало улицы Петраковской. Конечно, может, не так это сейчас хорошо видно, потому что его заслоняет здание, но все же. Также видно здание старой ратуши с часовней, и слева католический собор. Когда-то этот собор был евангелийским, и на этом месте происходили евангелийские богослужения, потому что Лось являлся городом четырех культур. О чем я вам расскажу в следующем видео, которое будет непосредственно связано с культурой и с религией. А пока перейдем к достопримечательностям. Кроме этого, на площади расположен памятник Тадеушу Костюшки, знаменитый полководец времен Варшавского повстания. Одним из самых больших минусов можно назвать строение. Как вы видите, очень много в Лодзе зданий, которые, можно сказать, не в очень хорошем состоянии. Их, конечно, всех будут реставрировать, но на данный момент это выглядит плачевно. Есть даже улицы там, где практически все здания в таком обвисшем, так сказать, состоянии. И хотелось бы, конечно, и перемен, каких-то изменений. Но мы их видим, мы видим, как Лось активно строится. Также дороги не везде хорошие, есть много ям, выбоин. Это чтобы вы не думали, что тут тоже так все классно, как я рассказываю. Определенно минусы есть, но то, что все развивается, все строится, является плюсом. В данный момент даже Лось называют городом вечной стройки, потому что здесь постоянно идут ремонты. Как вы считаете, хорошо ли это или плохо? Напишите в комментариях, мне интересно ваше мнение. Вот мы и подошли к началу улицы Петраковской. В прошлый раз мы снимали с совсем противоположной стороны, сейчас мы в другой стороне. Так вот, почему же все-таки центральная улица называется Петраковской? Все дело в том, что когда-то Лось был небольшим городом, и Петраков-Трибунальский город, который находится в 70 километрах отсюда, был намного больше. И там находился центральный суд. И вся знать, все богатые люди, хозяины фабрик, ездили именно по этой улице в Петраков. Когда-то эта улица была не только пешеходной, здесь ходил трамвай, здесь ездили колесницы, и это выглядело совсем по-другому. Сейчас она выглядит вот так. Если вы когда-либо решите приехать в Лодзь и будете на этом месте, то есть на улице Петраковской, обязательно зайдите во двор Петраковская 3 и посмотрите, что там внутри. Давайте я вам покажу. Уникальный дворик, полностью сделан из стекла. Как вы видите, очень достойное место, сюда стоит прийти, посмотреть.
тут красиво. И это такая не очень популярная достопримечательность. Многие про этот дворик даже не знают, так что я вам пиарю это место. Записывайте, Петраковская, 3. Обязательный пункт, который стоит посетить в Лодзе. То, что вы видите сзади меня, это так называемая Вудская брама. Или, если это перевести на русский, ворота Лодзи. Это в будущем должен быть новый центр города. Что-то вроде Петраковской, только в современном стиле. В связи с тем, что в этом месте когда-то находилось очень много старых ветхих зданий. Людей оттуда выселили и начали все застраивать современной архитектурой, которую мы прямо сейчас увидим. Как можно сделать парк хорошим? Это будет хороший пример для наших чиновников, которые делают парки просто отвратительными и неудобными для людей. Этот же парк, я считаю, очень классным, очень современным, потому что здесь нет каких-то убогих детских площадок, тут нет каких-то заброшенных, заросших растений. Тут все четко. Да, несмотря на то, что здесь много положенного гранита, все равно здесь все выглядит очень прилично и очень по-современному. Здесь есть разные вещи, которые будут вас развлекать. Во-первых, это столики для игры в шахматы. Во-вторых, это такие металлические штуки, которые издают звуки от до, ре, ми, фа, соль, си. Ну, до, я не знаю, там вроде нет до. И это очень четкая площадка, прям со встроенными батутами, на которых можно попрыгать. Идеальный пример детской площадки с хорошей архитектурой. Как вы видите, детки играются на батутах. Все аттракционы, они не каких-то ярких цветов. Они гармонируют с парком. Все очень хорошо сделано. Где-то, получается, поставлен гранит. Где-то такая вот каменная, вроде как песочное покрытие. Растут растения с автоматическим поливом везде. Сзади вы видите современную архитектуру. И я считаю этот парк действительно годным, действительно хорошим. И такие парки должны строить. Сзади меня вы видите так званый ЕЦ-Еден. Это старая электростанция. Когда-то она была заброшенной, потом ее решили перестроить и сделать из нее музей науки, музей современного искусства. Также в ЕЦ-Еден находится отдел комиксов. В общем, там очень много разной классной развлекательной штуки. Это тоже можно сказать, если у вас будет побольше дней в Лодзе, обязательный пункт посещения. Посетить стоит. Это что-то типа Центрум наук Коперника в Варшаве, только лодзинский вариант, он чуть поменьше. Хотя много, кстати, классных штук, связанных с электричеством, которые можно потрогать, пощупать, полазить. Мы туда, к сожалению, не поедем сейчас, потому что времени у нас не так много. Но если вы хотите увидеть видео про какие-то интересные музеи в Лодзе, то дайте об этом знать в комментариях. Обязательно что-то засниму, если соберется много комментариев. А мы уже подошли к следующей достопримечательности. В 2016 году появилось это здание, и это вокзал. Это железнодорожный вокзал, который является самым большим железнодорожным вокзалом в Восточной Европе. Он действительно огромен, он состоит из двух частей. Как вы видите, архитектура тоже очень интересная. Он подземный. И скоро он будет соединять две части города. Пока что он тупиковый. То есть поезда не могут проезжать еще до конца под землей и соединять два вокзала в Лодзе. Они пока все останавливаются здесь. Поэтому тут и не такое большое движение. Людей достаточно мало. Иногда он выглядит просто как пустынный. Там никого нет, несмотря на его огромный размер и огромные инвестиции. И поэтому это пока выглядит немного глупо, но совсем скоро этот туннель достроят. Ну как скоро, через 3 года туннель должны достроить, и тогда этот вокзал будет проездным. Практически все соединения, которые будут связывать Восточную Польшу с Западной и с Западной Европой, не только Польшей, они будут проходить через этот вокзал, и тогда тут будет много людей. Ну вот я и подошел к последней и одной из самых важных достопримечательностей Лодзи, а именно к мануфактуре. Мануфактура — это не только торговый центр,
это огромное развлекательное пространство для жителей и для гостей города. Кроме того, что здесь находится большой торговый центр, здесь вы найдете огромное количество ресторанов, кафе, 3 музея. Также здесь находятся всякие развлекательные комплексы для детей, ну и многое другое. Кроме этого, это место знаменательно тем, что когда-то давно здесь была фабрика, которая совсем скоро стала заброшенной, и в начале 2000-х ее начали восстанавливать, и сейчас все выглядит именно так, как вы видите, все уже отреставрировано, все здания красивые, и можем наслаждаться тем, как все хорошо сделано. Ежегодно это место посещает около 1 000 000 людей. Это самое популярное место в Лодзи. Ну а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И если вам понравилась Лодзь, не забывайте писать об этом в комментариях. Я буду очень рад. Постараюсь на каждый из ваших комментариев отвечать. Ну хорошо, всем пока!